цветы в фонтанах, на девушках, в воздухе и на земле. Четвертый год подряд парк первого президента на один день превратился в огромную оранжерею. Так в Алматы провели ежегодный фестиваль цветов. Открылся он ярмаркой, где гости могли купить растения со всего мира или получить мастер-класс от заграничных флористов. Там же устроили и выставку их работ, и конкурс на самое оригинальное украшение из цветов. По всему парку раскинулись модульные сады, поражающие воображение. А юных посетителей фестиваля развлекали артисты театра, кукол и цирка. В парке также провели и несколько киносеансов, показывали отечественные фильмы. А завершится праздник концертом, театральным перформансом и салютом. Безумно нравится. Я хотела бы отдельно выразить благодарность организаторам этого чудесного праздника, этой радости. Такой весенний, майские дни чудесные, когда можно посмотреть, любоваться красотой, природой, цветами. Поэтому праздничное настроение, любви, цветы, всем всего самого наилучшего. Очень хороший праздник, всей семьей пришли, всем нравится, народу много, всегда побольше таких праздников.